Обещание радуги. Каждый день похож на предыдущий. Кажется, что ничего не происходит. Нет никого на расстоянии протянутой руки, некому подтолкнуть купели, где возмущаются воды, чтобы дать исцеление первому, погрузившемуся туда. Я обживаю одиночество в келье посреди мегаполиса. Монашескую жизнь, в которой келья всему научает. Терпению, смирению, упованию, надежде, любви. Смотрю в окно на смены сезонов. Новые листья и яркое солнце. Шелестящие листья, закрывающие солнце и небо. Торжественные листья, постепенно открывающие небо. Черные ветки без листьев на мрачном пасмурном небе. Крики уток, создающих пары по утру. Щебет птиц, начинающиеся все раньше с увеличением дня. Детские крики, да начинающиеся все позже темноты. Иногда вой собаки и лязг мусоровоза. И тишина, тишина, тишина. Мне кажется, что жизнь остановилась. По крайней мере, моя жизнь. Но моя Рио-Абаджа, река под рекой, никогда не останавливает свое течение. Она несет меня в лодке безмятежности и тишины к новым землям и к новой я, которая будет...